Ярко, интересно и вкусно. Весну встретили воспитанники Камчатской школы-интерната для обучающихся с ОВЗ. Народные гуляния прошли в честь Масленицы. Наша давняя традиция, больше, наверное, 15 лет, это мероприятие проходит ежегодно. И если раньше мы его праздновали просто в стенах школы, только для детей, то вот второй год мы приглашаем родителей, приглашаем детей и празднуем это уже в выходной день. В этом году это особенно актуально, так у нас год семьи, и, конечно же, хотелось бы, чтобы вот это единение образовательного учреждения и семьи было, ну, более сплоченным, более таким дружным и добрым. Традиционно для детей и гостей была подготовлена увлекательная программа. Игры, загадки, песни и танцы. Не обошлось и без чучела Масленицы. В этом году даже малыши, первоклассники принимали большое участие в изготовлении этой куклы. Делали мы ее где-то неделя получилось, потому что пока все это сформировали, тело сделали, потом украшали, расписывали. Ну, короче, очень большая работа. Ну, всем, по-моему, очень понравилось, и все счастливы от того, что это получилось. А получилось действительно здорово. И главное подтверждение этому – улыбки детей. Честно, мне очень сильно понравилось. Сначала мне понравились всякие испытания, которые там были. После вкусный стол. Мне все понравилось. Вкусные блинчики. Блины вкуснющие были. Молодцы, приготовили отлично. Мне понравился праздник. А что больше всего понравилось? Блины, чай, танцы, играли. А весну ждешь? Да. А на Камчатке весной не пахнет, но зато пахнет вкусными блинами, а также хорошим настроением. Воспитанники школы-интерната для обучающихся с ОВЗ проводили зиму и торжественно встретили весну.